6 часов баскетбола. В Минском дворце спорта накануне прошел матч «Звезд 2015». Впервые в истории нашей страны на одной площадке выступили игроки детско-юношеской лиги, непрофессиональной лиги, ветераны баскетбола и звезды чемпионата Беларуси. Мы хотели показать весь многогранный баскетбол, какой он есть. Вместе с танкерами, вместе с фристайлистами баскетбольными. Ну и чтобы, в общем-то, люди сегодня могли прийти сюда, насладиться праздником баскетбола.